Между тем, антикоррупционная служба выявила нарушения в ходе проверок выплат и надбавок, предназначавшихся медработникам во время пандемии. Факты хищения бюджетных средств зафиксированы сразу в нескольких регионах страны – Жамбылская, Актюбинская, Кызылординская областях, а также в городе Шымкент. Правонарушения в основном связаны с необоснованной выплатой премии и незаконным содействием получении выплат. В городе Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц медицинских учреждений города по факту необоснованных выплат меднадбавок в сумме более 50 миллионов тенге лицам, не относящимся к группам риска заражения.